Всем привет, с вами Сони. Ну что ж, друзья, продолжим проходить распрекрасный Need for Speed Shift 2 Unleashed. Итак, ребят, начнем, наверное, дальше проходить карьеру. Так, чем бы нам сегодня заняться? Чего нам предлагают здесь? Давайте посмотрим. Секс. В принципе, было бы неплохо разобраться с дрифтом. Но это, наверное, долго. Мы начали, кстати, проходить Modern Sea. Он две гонки из трех прошел там какие-то. Что там еще у нас? Ага, вот у нас есть чемпионат континента. А на какой автомобильчик мы можем тут? На старт, машина. Давай-ка посмотрим машину. Где-то здесь мы можем... А, вот, до 1000. Значит, у нас подходит техрейтинг. В принципе, Honda S 2000, наверное, многим... поднадоело так порядочно, поэтому можно было бы машинку и подобновить какую-то. Так, а что мы можем поменять? У нас есть Lotus, который нам подарили. Он, кстати, фуфлыжный, мне он не нравится. И есть вот что-то там вообще непонятно. А, S2000 в смысле. Так, покупка машины, F. Полезли. Так, ну чё, мне вот 100 раз объясняли с этими фильтрами. О! Где там Япона, мать? Ты ж, тут меню вообще ужасно неудобное. Нифига оно не клоцается влево-вправо. Хотя были стрелочки наверху. Все, ребята, кажется, разобрался с сортировкой. Так, где там Porsche? Да, мы можем вот клоцать. Так, чё? На какую машинку мы сегодня обратим внимание? Мы, кажись... Подожди, а мы ж прикупили BMW. Нафиг отсюда. Я купил BMW, я точно помню. Я купил E30. Мать вашу, где-то мой гараж. А BMW, вот она, моя E30, которую я прикупил. Только она, видать, вышла у нас... Чё там она, где её характеристики? Куча информации, я хоть убей меня, не вижу, что она себя представляет в плане рейтинга. Выбрать. Гараж. Где там он у нас? Улучшение, тюни, улучшение. 993 у нее. А почему она не канает у нас на гонку? Я что-то не въехал. Почему-то BMW, текущая машина... А, нет, канает, подожди. Так, ладно, ребят. Кажись, канает наша машина, вот BMW M3 E30, Sport Evolution. Значит, у нас третий, у нас Нюрбургринг Гран-при какой-то там обрезанный будет. Дакота, Рейсвей, Сузука, уже более такая полная, но тоже обрезанная, смотри, не совсем полная. Все, три заезда всего, ну поехали на Нюрбургринг. Да блин, ну как так, ну я хочу BMW, вы чё, ребят, издеваетесь что ли? Что такое Modern Sea, где там дорожная Modern... Видать, по годам она не канает или чё? Ладно, хрен с ним, поедем еще раз на S2000, не будем заморачиваться. Че тут геморно с этой машиной? Я не понимаю, что не так, почему BMW не дает. Фиг с ним. Я люблю S2000, я с удовольствием на ней прокачусь еще гоночку. А уже в следующих сериях, так понимаю, когда мы закончим с этим Modern Sea, поедем на чем-то новеньком. Так, я делаю рестарт по той простой причине, что я не разобрался с нитро. Теперь я уже понял, на какой на кнопке. Давай, погнали. О, как она стреляет под нитрами. Огонь просто точила. Это уже прям гоночный болид получился с этой машиной. Так, а ну тормоза. Нормально затащила. Так, трек этот... Тут такой поворот резкий. Как-то он слишком, по-моему, даже. Я не узнаю нифига этот Нюрбургринг Гран-при. Он вообще какой-то не такой, порезанный. Геттер, я смотрю, меня так нормально делает. Ну. Вот так, а я думал, что я тут буду нормально гонять. Тулим до предела. Так, а вот тут надо будет оттормаживаться. Сколько кругов-то у меня? 2 круга. Реально меня только нитро спасает, чтобы угнаться за этим ГТРом. Он что-то такой быстрый. Так, ну пол запаса я похерил, даже больше нитро, поэтому теперь чуть сбавляем темпы. Да блин, ну как он так пролазит, я не понял. Твою мать! Слил гонку.
слил гонку, блин. Не очень чувствую здесь машину, все равно есть ощущение задержки, меня это раздражает. Так, а что у меня, какая позиция? Всего лишь два круга, блин, пятая позиция. Прям в заносе прошли. Все, нитро больше нет. Оттормаживаюсь притирку. Порше. Не, ну это не дело. Давай, хоть Порше нагнем. Третий прихожу. Фух. Ладно, нормально. Очень странный Нюрбургринг. На кой хрен его сюда всунули, такой порезанный. Никакого удовольствия по нему ехать лично мне не принесло. Ну да ладно. Проехали, едем на следующий трек. Опа, бонусные деньги. Че, нам уровень дали, что ли? Еще 80 косарей завезли. Not bad, погнали. Погнали, так, дальше у нас что? Циркует, че? Диджон, принес шот. Хер его знает. А, я ж катался на этом треке уже разочек. Разочек, было дело. Ну, поехали. Давай, родимая. Опачки, на старте мы всех сделали. Позднее торможение. Геттер там наступает на пятки. Начинает прессовать меня. Плохо знаю этот трек. Хреново прохожу повороты. Ну, в принципе, я тут большинство треков знаю так себя. Только учу. Но это дело со временем мы поправим. Под апексом вот так вот мы отлично пролазим. Огонь! Я даже немножко подоторвался от них. И даже нитро почти не юзал. Вот теперь жарим нитро. Пока, пацанчики. Что-то у меня коробки маловато на этой машине, у меня такое странное ощущение. О, все, отсечка, 260. Не будем ее сильно насиловать. Так, сколько кругов? Три круга будет здесь. Окей, о, Геттер опять подобрался ко мне. Ну-ну-ну-ну-ну, оп, понижено. Удерживаемся, отлично. Немножко выползаю с трека. Воу-воу, я уже слышу этого Геттера. Мать бы его. Видать, наша BMW сюда не пролезла, ребят, потому что здесь все тачки только вот модерн, типа новые. Судя по всему, так оно и случилось. А жаль. Кстати, у меня там уже баблище, по идее, норм так. Завезли, насколько я понимаю. Так, будет еще круг. Ладно, сейчас напрямую еще раз жарим нитро. Надо новенькие машинки покупать. Какие-то интересные. Все, отсечка. Давай, добьем уже. Четенько оттормозился. В этот раз не настолько. Геттер ко мне приблизился. А трек забавный, кстати, такой. Но очень уж он мне больно Сузуку напоминает. Ой, кстати, я совсем забыл. Тут же надо проходить правильно повороты. За это лишние плюшечки, лишний опыт дают. А я прохожу как-нибудь.
Тихо, притормаживаю. Ну, довольно-таки без проблем я прохожу этих ботов, учитывая, что они на высокой сложности у нас. Все, закончилась нитро. Огонь. Это было легко довольно-таки. Если трек мне нормально знакомый, ну, либо комфортный мне, я себя отлично чувствую, без проблем проезжаю. Только на поворот, если я правильно проехал с траектории, надо что-то с этим делать. Ну, в принципе, на этом треке я особо и не знаю, если честно, идеальную траекторию. Но постепенно мы выучим, будем ездить чуть получше. Так, чё? Всё? А, вот теперь у нас... А, тут по два заезда, что ли, или что? Не понимаю. Да, два этапа и два этапа. Хорошо, значит, у нас дальше Сузука. Поехали. Поехали на Сузуку. На следующие этапы мы купим что-нибудь новенькое. Стопудово, потому что Honda S 2000 это хорошо. Я, конечно же, очень кайфую от этой тачки. Но я понимаю, что она вас задолбала уже, наверное. А машинка огонь. Погнали. Оп, пролез как. Так, опять порезанная у нас версия трека. О-о-о-о, быстро, быстро, быстро в итоге, медленно. Кстати, сзади там S2000 или мне показалось еще одна? Пролезли, отлично. И идем на петельку. И шпильку, господи. Так, кругов два у нас получается. Кругов два, огонь. Блин, ну боты вообще никакущие. Реально сложность на высокой стоит, но я не чувствую борьбы с ними здесь. Вообще никакой. Либо у меня машина настолько хороша. Еду полностью на расслабоне. А нитро это вообще крутой щит здесь. Вот то, что я говорю, то, что машина такое ощущение, как болтается слегонца. Присутствует такая фигня. Из-за этого мы не совсем правильно проходим трек. И вылетаем иногда. Даже на прямой. Прям в заносе. Люблю задний привод. Классический старый добрый задний привод. Минус 7 секунд. Вы вообще представляете, как я их нагибаю? Я еду вообще не заморачиваюсь. Может быть, конечно, дальше боты станут посерьезнее. Вон, видите, ошибки делаю, херово, повороты прохожу и все равно лидирую. Может быть, дальше, конечно, по мере прохождения, я думаю, что усилится сложность, увеличится в смысле. Нитро. Все, победа. Не, ну машинка хороша. Погнали дальше. Скоро следующий уровень у нас будет. Скоро следующий уровень у нас будет. Так, а это что? Токио! О, вот это уже интересно. О, кстати, мне вот этот трек Токио очень даже нравится, честно говоря. Вот в новом Gran Turismo Sport тоже будет на Токио трек. Как он там называется, не помню. Он весьма классный. Колоритный.
Да, все будет хорошо. Сколько кругов? Я видел, что она, по-моему, как короткая какая-то эта трасса. 4 круга? Да, 4 круга. Тут у нас Lexus, я смотрю. Яга. Пацанчики, добрый день. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Забавненькая такая версия трека. На таком мы еще не катались ни разу. А впереди идущее что-то так бодренько от меня ушло. Наваливаем, Lexus. Быстрый, я смотрю. Коротенький довольно. Таки, твою мать, круг. А это что? Откуда тут белая из 2000-то взялась? Я вообще никак не был готов ее встретить здесь. Но Lexus я полюбил с Рокотан, я смотрю, так знатно. Пролазим. Наваливаем. Все равно интересный трек, даже в таком вот сложном исполнении, усложненном. Весьма ничего такое. Воу-воу, бах! Ручник, походу, вообще бесполезно дергать. Болтаюсь по треку, да-да-да, блять. Спасибо тебе, Honda. Шестая позиция у меня, и впереди есть еще 2 круга, чтобы что-то поменять в этой жизни. Машину тянет вправо. Повреждение-то у меня фул включено. Вот именно вот эта вот скотина. О, она не поворачивает. Именно вот эта вот скотина меня... мне подсечку сделала. Ну, в принципе, там я сам виноват был, на самом деле. Как бы мне тут теперь разъехаться? Я не понимаю теперь, как она рулится. Очень херово. С таким повреждением, блин, особенно вот здесь. Ну, да, не могу я за ними перегнаться особо. Пытаюсь, конечно, но... тупо не рулится. 6-е место. Но мне надо хотя бы на 3-м месте прийти, иначе это не зачет просто. Давай, падла. Ну, блин. Без вариантов на таком повреждении. На полном нитро. И в итоге все равно все плохо. Я еще вид поменял. Надо еще попытку делать, ребят. Потому что это все фигня. Переигрываем еще раз. Поехали, короче. Я уже чуть трек, блин, да, блин, подвыучил, мать твою. Забавненько, забавненько все выходит. Так, 3-е место у нас.
Опять Lexus у нас лидирует, но ненадолго. Не пролазим мы с ним. Ну давай ты отлипни уже, блин. Вот они тут как-то во время аварии прилипают, как Project Cars, ребят. И все, и как магнитом приклеиваются машины. Все, катись нафиг. Харе тебе лидировать, дальше моя очередь. Новый уровень дает. Наваливаем. Огонь. Сейчас, кстати, за уровень еще бабла зачеклят. Ребят, точно надо покупать машину. Какую-то пацанскую и какую-то, видать, модерн, чтобы на последнюю гонку она у нас проканала. Что-то интересненькое надо взять. Может, Porsche какой-нибудь или что-нибудь там. Не знаю, посмотри, сколько бабок. Наваливаем. На последний круг. Я так нормально отрываться начинаю от этих товарищей. В притирочку прошел. А вот тут выход херовенький. И прямиком на финиш. Все, нит распалил. Good job! Давайте кэш. Кэш. 11 уровень уже у нас. Прекрасно. О, Need for Speed Shelby. Terlingua Ford Mustang. Призовая машина. Приколите, вот и машину нам дали. Ха, даже покупать не надо. А бонусных денег столько косарей завезли. Good. Я считаю, что это good. Весьма good. Так, отлично. Теперь открыто Modern. А, бла-бла-бла, доступны соревнования. Ну, это просто прекрасно. У нас еще не открыто, не пройдена вот Дакота какая-то. И что-то там еще будет второе, тоже два этапа. Но я хочу поменять машину. Как насчет проехаться все-таки на вот этом вот Shelby? 760, он чуть попроще получается у нас этот автомобиль. Даже можно, по-моему, с ним нифига не делать. Едем на трек Дакота. Подожди, мы, кажется, катались уже на нем, но я его плохо знаю, этот трек. Ну, да ладно, 4 круга у нас. Мастер, идеальный поворот, идеальная траектория. Ну, попробуем что-то с этим сделать. Сейчас разберемся. Поедем мы на Muscle Car. Кстати, именно вот этот вот автомобиль мне очень даже нравится. Крутой. Давай. Звучок, конечно, у него такой чуть мерзкий. А, тут можно наваливать, ёб твою мать. Хера себе, какая широкая дорога. О, у нас нитро нет. Окей, это мы имеем в виду. Надо было поставить. Ох ты ж. Узко-узко прохожу. Я не знаю этот трек, ребят, опять же. Абсолютно новый для меня трек. 4 круга. Лидирует Lexus у нас.
Нагоняем его потихонечку. Здесь можно на полном газу. Воу-воу-воу. Блин, не могу из-за него пока угнаться что-то. А Фордик ничего такой. Или Шелби, я даже не знаю, как его корректнее будет называть. Вот тут я уже чувствую батл и челлендж. Рискованно, бляха. Блин, ну как он так прошел узко? И оторвался от меня сильно. Предпоследний круг. Только бы не столкнуться. Вот нашелся тут один гонщичек. Вот как ты здесь быстро проходишь? Ты притормаживаешь, идешь максимально по внутренней, а тут папку в пол. Я не обогнал его, походу. Было бы нитро, я бы, конечно, обсчетырил бы. А так... Давай! Да, детка! Фу-у-у! Вот это было круто! Вот это было круто, и таз вот такой вот. Класс. Просто класс. Так, ну что, едем дальше. Куча всякой инфы вам показывается тут. Очки. А, тут еще очки у нас. Окей, поехали. Поехали дальше. И у нас трек Майами будет. Финальный трек на сегодня. Мастер идеальный. Ага, я тут даже какие-то повороты. Они сохраняются, идеальные повороты. Вы видите, их можно есть... возможность еще раз потом. Делаем дубль. Да, в прошлый раз действительно невероятная была победа. Буквально на последнем повороте решилось все. Ха! Я хочу, чтобы сейчас гонка была такая же напряженная. Поехали. Ох ты ж! Я не оттормозился. Точнее, тормозился фиговенько. Кстати, он такой же автомобиль, как у меня. Ушел вперед. Огонь. Вот этот трек, блин, весьма сложен, я вам хочу сказать. Давай! Блин, он уходит от меня. Вот опять какой-то лидер находится, за которым хер угонишься. Да, добрый день, блядь. Вот надо было мне догнать сракотан вот это вот. Три круга. Плохо дело.
Да блин, ну что ж она так рулится на поребриках, странно. Так, понятно. Заново. Да я уверен, что заново, блин. Она на поребриках реально как-то неадекватно ведет себя. Я понимаю, что они скользкие, но что значит, что машина не выруливает из него, когда заезжает? Далековато меня засунули, трудно нагнать теперь всех лидеров. Ну, блин, ну что это, ребят, алло? Хотел гонку напряженную? Получи, называется. И не выпендривайся. Наваливаем, наваливаем. Прям вот он сзади, козел. Теперь очень важно оттормозиться вовремя. Наваливаем. Я прямо аж сосредоточенно стараюсь ехать. Твою мать, падла! Свидание. У нас с этим фордом еще батл не закончен явно. Блин, козел. Ну как он так пролетает быстрее? Там машина, ну, на пределе пролазит просто. Я прихожу вторым. Офигеть. Чё по очкам? Жестко мне надрали задницу здесь. Реально жестко. Второе место, бла-бла-бла. Я первый по очкам. Все гуд. Можно не заморачиваться, в общем-то. Но, блин, вот эта вот последняя шпилька, вот этот вот поворот идиотский, блин, я не понимаю, как его быстро проехать, и боты как-то там пролетают, а у меня так не выходит. Я чуть быстрее выложу на поребрик, и машина не выруливает. Ладно, ребят, еще вот как раз два поворота мне тут нужно идеально проехать, и будет вся траектория сохраниться. Так, ну что, ребят, будем закругляться на текущую серию потихоньку. Что у нас? Поздравляем, вы получили значок отличного. Мы прошли полностью Modern C, точнее не полностью. У нас, хорошо, что Modern A есть. Modern A открылся, это круто. Modern B тоже покатаемся. Классика не пройдена, Modern C. У нас тут дрифт не пройденный, 10 состязаний имеется по дрифту у нас. Выбывание, гонка. Короче, мы этим всем, ребята, будем заниматься в будущем. На сегодня у меня все, вам спасибо за просмотр. Всем пока!